Не смей приходить без предупреждения. Что, что-то случилось? Да. Николас переехал ко мне. В целом ему лучше, но он такой ранимый. И что, приехал обвинить меня в том, что случилось? Он отличается от других. В смысле? Ты не ответил. Ответил. Меня напрягает его взгляд. Она хочет нас рассорить. Тогда наша семья была так счастлива. Мне кажется, я все испортила. Я такой из-за тебя. Что я сделал? О чем ты? Да я всю жизнь на тебя положил. Я могу начать все сначала. Это моя жизнь. Дома все в норме? Да. Все хорошо.